всем абонентам кабельного телевидения «Волна». Акция «Новый год без долгов». Для участия всего лишь нужно войти в 2022 год без задолженности по абонентской плате за телевидение. Дата розыгрыша ценных призов и подарков будет сообщена дополнительно. Адреса центров обслуживания клиентов: улица Островского, 74, телефон 720070, и улица Ленина, 16, телефон 790099. Стань одним из счастливчиков! Фирма «Сантехрезерв» предлагает все виды сантехнических услуг: замена труб, реставрация ванн, устранение засора труб, установка и замена смесителей, подключение стиральных машин, ремонт и установка сантехники, комплексные ремонты квартир, отделка помещений, а также теплые полы, сварочные работы и многое другое. Заключение договоров, рассрочка платежа, гарантия. Фирма «Сантехрезерв» – это качество и разумные цены. Сдадут гараж в ГСК «Энергетик». Подробности по телефону 8-904-104-07-41. Продаются санки «Ника Китс». Есть колесики, сумка, накидка, крыша. Недорого, срочно. Звоните по телефону 8-912-118-22-68. Требуются охранники в город Усинск. Вахта. Телефон 8-912-864-40-67. 21 декабря состоится продажа оленины. Адрес: улица Мира, 8, торговый центр «Нефтяник». В магазин «Каприз», торговый центр «Радуга», ткани, фурнитура, требуется продавец. Продадут торговые витрины из профиля и стекла. Цена 1500 рублей за одну секцию. Телефон 8-912-954-36-84. Коврики для мышки с видами Печоры. Купить можно в центрах обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 3-56-90. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.